Последнее приготовление к дальней дороге. Техника не должна подвести ни в пути, ни потом на месте. Но Михаил Аникеев уверен, его машины надежны и свои задачи в Запорожской области будут выполнять так же хорошо, как и здесь, дома. Людям надо помогать не только в области поддержки моральной и духовной, но и в области пожарной безопасности. Мы передаем две пожарные машины и прицеп комбинированного тушения, который был в свое время разработан в 1996 году. И он применяется именно в электрической сфере, тушит на сегодняшний день больше 10 тысяч киловатт. А на сегодняшний день мы прекрасно знаем, что в Запорожье есть атомная электростанция. Я думаю, что она там больше пригодится. Слова Михаилу Петровичу даются нелегко. На Донбассе с сентября прошлого года воюет его сын Борис. И это еще одна причина, почему он не может остаться в стране. Тяжело, планета будет, да. Тяжело, но ничего не поделать, надо помогать. Все равно победа будет за нами. Связь поддерживаете? Обязательно, обязательно. Созваниваемся и передаем гуманитарную помощь и помогаем в этой области. Еще одна машина присоединится к эскорту в Калужской области. Помощь это весомая, говорит Анатолий Гайду, который приехал за пожарной техникой вместе со своими товарищами из Запорожья. Это огромная помощь. Как бы техники не хватает в Запорожской области. Та техника, которая есть, она уже давно выработала свой срок эксплуатации. И, собственно, машины пожарные большого объема очень нужны для обеспечения пожарной безопасности всей области. А в Запорожье, как и на большинстве территорий Донбасса, по словам Анатолия Анатольевича, сегодня стабильно напряженная обстановка. Постоянные обстрелы населенных пунктов, диверсии, теракты такое. Справимся. Эта установка газопорошкового тушения способна заменить 10 больших пожарных машин. Огнетушащих средств углекислота на порядок выше, чем у воды. То есть можно тушить электроустановки под большим напряжением. И вот последние процедуры передачи документов и ключей на технику от благотворительного фонда детства, заместителем председателя которого является Михаил Аникеев. Ездите, тушите, помогайте в области пожарной безопасности, чтобы побольше у вас было сухих рукавов. Спасибо. Спасибо. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ.